же вам регулярно вещаю про мегателескоп «Спектр РГ», который наш ВНЕФ совместно с немцами создал и запустил на орбиту изучать Вселенную. А на днях вот стало известно, что карту Вселенной, снятую нашим телескопом, можно будет посмотреть не раньше 2025 года. На нее будут нанесены миллионы объектов. Пока все отредактируют, пока нужные места подкрасят, вот вам 5 лет и пройдет. Всегда приятно, когда видишь пожилых людей, держащихся за руки и глядящих друг на друга влюбленными глазами. Видимо, первым лицам города это тоже нравится. Поэтому 3 октября они будут чествовать пары, отметившие от 25 до 60 лет совместной жизни. А их в этом году аж 40. Неплохо. Вот бы нам с вами тоже такие юбилеи свадеб регулярно отмечать. Департамент образования просит откликнуться горожан, которые имеют заключение органа опеки и попечительства о возможности быть попечителем или приемным родителем, а также желание и возможность принять в семью подростка 2004 года рождения, который остался без попечения родителей, и дать ему возможность реализовать право жить и воспитываться в семье. За подробной информацией можно обращаться по адресу улица Гагарина, дом 6, кабинет 111, к специалистам сектора по охране прав детей с 8:30 до 17:30 в рабочие дни и по телефону 95572. Информационное агентство «Зато новости».